Служба технадзора выяснит причины транспортных заторов на трассе Симферополь-Керчь. Напомним, на накопительной площадке в аэропорту Керчи около 1000 грузовиков ожидают своей очереди погрузки на паром. Из-за недостатка мест на площадке фуры заняли обочины на прилегающем шоссе. По словам водителей, многие находятся здесь уже в течение 5 суток. Жалоб системных и массовых вот ни на сайт на сайт правительства, ни на горячую линию телефона Совета министров не поступало. Единичные там есть, да, какие-то вопросы, но вот в данном случае считаю, что испытание такое назрелось, то есть наши службы все прошли.